Поначалу я был немного огорчен. Ну как это так? Почти 4000 подписчиков, а какое-то одно видео, причем довольно-таки любопытное, на мой взгляд, не смогло набрать и 50 лайков. Потом я обрадовался. Ну, это же хорошо. Мне не придется возвращаться в Монструм. И все-таки эти 50 лайков набрались. И вот я перед вами. Вторая серия по Монструм. Вот. Поэтому придется нам как-то выпутываться из этой ситуации. Вы мне не оставили выбора, друзья. Ну что я могу сказать? Перед нами версия 0.9.3. Это самая новая версия этой игры. Новее, чем та, в которую мы играли. Здесь пофиксили кое-какие баги. Добавили новые помещения. В общем, сделали все так, чтобы было играть еще сложнее и страшнее. Круто, не правда ли? Но у меня есть небольшие приятные эмоции. Одежда, назовем это так. Во-первых, я играю днем. И, наверное, буду чувствовать себя спокойней. Во-вторых, у меня уже был опыт. В первой серии я немножко поиграл в эту игру. Вы сами понимаете, когда поиграешь в хоррор, это совсем другое, чем когда ты просто смотришь со стороны. Ну и в-третьем, это, конечно же, я смотрел много видео по этой игре и знаю, что к чему. Поэтому мне не будет так страшно. Вы верите в это? Если верите, то вы жестоко ошибаетесь, друзья. Серьезно. Так, хорошо. Давайте вспоминать, потому что я, честно говоря, уже не помню, как это все управляется. Кнопка F. Разве так и было? Все на кнопке off? F. Хорошо. Вот так вот мы и будем поступать, да? Открывается. Закрывается. Все же проще просто, в самом-то деле. Давайте почитаем записки. Мы не все здесь читали, да? Нет, вот это мы как раз читали. На кнопке C у нас записки, на кнопке Tab у нас основные наши задачи, да, судя по всему. Видите, все же просто, все решаемо. Все замечательно. Да, друзья, я продолжаю смотреть летсплей по этой игре, и мне по-прежнему страшно. Страшно, потому что, во-первых, это сложно, и никто не может пройти эту игру. А во-вторых, что это страшно. И рано или поздно я бы сюда вернулся. Давайте изучать. Как бы там ни было, мы по-прежнему всего лишь так. Как заползать сюда? На Ctrl мы немножко можем присаживаться, да? Видите, здесь светло, здесь даже и не страшно. Я на всякий случай здесь подготовлю. Так, флюминесцентная лампочка. Здорово. Мы пока что изучаем игру, поэтому я думаю, что в этой серии не будет какого-то ощутимого прогресса, но все-таки. Я вам буду понемножку рассказывать об этой игре, вы меня понемножку будете слушать. Честно говоря, мне уже становится некомфортно. Прекрасно, правда? Вот это, например, какой-то ремонтный цех, небольшой такой, очень скромный. Давайте идем сюда и почитаем записку. Я искал в месте, где контейнере, когда ночью прогуливался. И там должен быть какая-то надпись, какая-то наклейка. Контейнер 106. Тут такая лексика, что, блин, моего английского нифига не хватает. Короче, это серийный код. Я никогда не видел этого серийного кода. И он не подходит ни к одному другому серийному коду на других контейнерах на борту. Может быть, ты захочешь взглянуть на это. Доброе утро, Броуди. В общем, у меня такая идея. Скорее всего. На этом контейнере какой-то вирус перевозился. Не знаю, может быть, сами монстры. У меня есть идея, что там могло перевозиться, но вы это пока не видели, если вы не смотрели видео летсплейщиков. Вот, поэтому смысла особого нету, правильно? Давайте откроем. У меня, знаете, мой самый страшный страх, самый жуткий страх, что я открываю, и он стоит прямо здесь. На лестницу не знаю, стоит ли идти, потому что надо изучить игру, на мой взгляд. Ёшкин кот. Все, просто ходим пока по комнатам и изучаем корабль, потому что это нам пригодится в дальнейших сериях.
Зачем мне флуоресцентные лампочки, скажите, пожалуйста? Ни черта полезного. А в целом, вот эти вот ящички нужно осматривать. Они могут пригодиться. Ни черта, да? Я себя так неловко чувствую. Закрыто или что? Я не могу сюда попасть? Не пойму, что происходит. Я буду идти тихо, поэтому... Извините, в случае чего. Какая там задача у нас? Включить напряжение. Только я не вижу особого смысла в этом. Закрыто. Слушайте, может... Давайте попробуем. А, здесь есть этот... боже мой. Предохранитель. Есть же? Или нету? Не было его. Смотрите, что мы делаем. Блин, да нафиг, выкинуть нафиг. Теперь, по идее, я могу открыть. Видите, как круто? Я уже все шарю, значит, я спокойно могу играть. Я вообще мозг. Так, хорошо. Вот первый ключевой предмет, который нам может пригодиться. Это насос. Он нужен для одного из способов... Боже, у меня этот колесико, короче, с ума сходит. И абсолютно меня не слушается. Я подготовлю сюда путь к отступлению. Здесь, во-первых, камера есть, и мы можем увидеть, если кто-то будет подходить. Ребята, я могу ошибаться, но, по-моему, это звук от второго монстра, который... Я ни черта не ошибаюсь. Это он кричит. Ну, давайте прислушиваться. Пока в панику я не впадаю, как в предыдущей серии, но уже близок к этому. Он сюда зашел. Встречайте. Прелестно. Боже. Баги пофиксили, говорили они. Вы понимаете, что он тупо идет к нам? Ё-моё! Может, ты свалишь, нет? Он тупо врезается сейчас в наш ящичек. И продолжает как бы идти. Ну, знакомство, в общем-то, первое. Такое, знаете, неоднозначное. И что мне делать? Я такого нигде не видел, я, наверное, везунчик, да? И так почти не записывал монстров никогда. Что мне делать? Ну, красавчик, не правда ли? Вот такие лапки у него есть. А я же ничего не сделал, он не уходит. Если я открою сейчас ящик, то он просто на меня накинется. По крайней мере, вы теперь видите всех монстров, уже увидели, которые есть в этой игре. Ну, я не знаю, все, у меня... Бляха-муха! Побежали! Побежал, мать его. Вот такой вот слизень. Это второй монстр на этом корабле. И, скорее всего, именно его и перевозили. Слишком короткое, но это не моя вина, я считаю. Бежать я просто, считайте, наткнулся на баг. А это не очень круто. Поэтому давайте-ка еще разочек пробежимся. Так, хорошо, все по новой. Мы немножко привыкли. Кстати, возможно, я чуть-чуть ошибался, когда сказал, что помещение корабля генерируется случайным образом. А может и нет, я пока так до сих пор и не убедился, прав я или виноват. Вот, потому что я действительно не знаю. Ну, например, начало всегда в одном и том же месте. Но это одно и то же место может быть совершенно на разных этажах. Вот что я могу сказать. А вот насколько отличаются коридоры и прочее...
Не знаю, рандом это или нет. У меня паника, друзья, я не помню. По-моему, по-другому все было. Есть еще такая штука. Этот пар способен нас убить. Нет, пока на лестницу не хочу. Так, возможно, я понял. Это нечто вроде такого, что мы видели. Точно такая же комната, только немножко не такая же, судя по всему. Если сейчас опять то же самое будет. Вот, теперь здесь, короче, цепь. Цепь нужна для точно такого же способа побега, как и насос. Так, а здесь ничего не может быть. Давайте сюда зайдем. А тут-то и хрен спрячешься, на самом деле. Извините, у меня мышка дешевая, поэтому... Это я звук сделал такой? Поэтому дерганное движение немножко... Нет, это совершенно не потому, что мне страшно. Кого я обманываю? Тут мы ничего не можем сделать, не? По-моему, ничего не можем тут сделать. Поэтому идем тихонько обратно. Совершенно тихонько. Опять здесь эта хрень! Здесь опять этот монстр. Так, ну идем повыше тогда, я не знаю. Так, это у нас этаж 4-я палуба, да? О, вот куда мы вышли. Давайте почитаем. Короче, ой, господи, дайте передохнуть. Серьезно, на кое напряжение, знаете, мышцы в камень просто все превратились. Господи, а чё мне нужно написать-то? Чё мне почитать-то нужно? Я же это все читал. Это мы все читали, друзья. Не знаю, зачем мне это сказали. Короче, что я хочу сказать. И насос, и цепь, которые мы находили, они нужны для того, чтобы накачать спасательную шлюпку. Это один из способов выбраться с этого корабля. И шлюпка как раз находится здесь. Но она забагованная. Я видел, как Блэк проходит, и он почти уже выбрался отсюда. Вот, ну у него там баг на баге просто происходили. Совершенно не круто. Кстати, примерно в этом месте мы с вами закончили первую серию, потому что меня убили. Побежали, может быть, а? Вот эти мерзкие звуки издает эта тварь. Но здесь как-то поспокойнее, нет? Обзор хотя бы есть. Извините, бежать я никуда не буду. Как мне нехорошо. А, вертолет здесь еще есть. Вот один из этих контейнеров, отсюда, кажется, и тварь сбежала, не? Что-то такое писали. Я ошибаюсь. Короче, есть шлюпка, есть вертолет, есть подводный вот этот батискаф, короче. Вот. И это три способа убежать отсюда. Четвертого вроде пока что нету. Но разработчики продолжают активно работать над развитием игры. Зачем сюда поднялся? Хороший вопрос. Вот. И стараются они. Обещают, что в следующих патчах новые локации... Ты где? Мразь. Новые локации добавят. И даже нового монстра. Тихо. Пока спокойно. Я не знаю, куда иду, ребят.
У меня ориентирование, я не знаю, у Блэка мне надо поучиться, потому что он запоминает места. Я же не помню вообще ни черта. И чем дольше чувствую напряжение, тем меньше что-то помню, в принципе. Так, давайте вниз спустимся, не знаю. Вы извините, что я так мало говорю, просто я хочу слышать, что вокруг происходит. Все-таки эти твари звуки издают. Слушайте, а мы ведь... отсюда пришли, нет? Да, мы отсюда пришли. Черт подери, я неужели такой крутой? Слышали? Прелестно. Тихо. Я немножко отсижусь, если вы не против, потому что когда эта тварь так орёт, она начинает охоту. Мне просто нужно перевести дух немножко. Надеюсь, такого бага опять не случится. Ох ты, господи. Я, конечно, давайте я буду читать, все-таки мы познаем вместе с вами эту игру. Эта штука кажется рабочей. Надо найти ключи, отсоединить его от палубы и наполнить топливом. Оборудование для того, чтобы... топливом наполнить, в общем-то, должны быть храниться где-то рядом. Итак, три задачи, чтобы улететь на вертолете. Нужно отрезать цепи, которые держат. Вот. Для этого нужно... господи. Щипцы нужны. Вот, я видел. Во-вторых, нужно найти насос. Но это не такой, как я находил. Тут нужен другой насос. Вот. И дверь открыть. Че, неужели так все просто? По-моему, там как-то сложнее все было. В одном... надо будет открывать контейнеры, и в контейнерах будет находиться бензин. И можно будет как-то... ну, короче... неважно, ребят. Извините, я не могу ничего говорить. Короче, Блэк почти улетел на вертолете в своей последней серии. Но оказывается, что там надо было несколько минут ждать, пока винты раскрутятся. А он думал, что это как бы баг. На самом деле, если я когда-нибудь пройду монстром, это будет огромным удивлением для меня, потому что это один из самых сложных и панических хорроров лично для меня. Один раз умер, все, сначала. Ни сохранения тебе, ничто. А чтобы на самом деле на одном из трех способов свалить с этого корабля, это геморрой большой, очень много всего надо сделать. Ни черта. Да вообще ничего здесь нету, ребят. В такие места, что ли, вообще не надо приходить? Или все-таки может здесь что-то быть? Так, слушаем. Вроде спокойно. Боже мой, какая паника, я не могу. Кто-то сюда пришел. Давайте сюда зайдем. Честно, я ни черта вообще не запоминаю. Вот что я сюда пришел? Что здесь? Выключили свет, прекрасно. Это максимум, что мы можем здесь сделать. Ключ? Но не тот. И щипцы не те. Это яички. Капец. Прелестно. Короче, это слизевой монстр, я не знаю, как его называть. Он бегает по всему кораблю и оставляет своих детенышей, которые также вырастают в более маленьких таких монстров. Наверное, я не знаю, я на самом деле не так и много про эту игру знаю.
Ну что сказать, сегодня я был более подготовленным, и хоть какой-то... Какой в задницу результат у меня был? Ну, нашел я цепь во втором забеге. Нашел я насос в первом забеге. А как? Как это все соединить? Ладно, ребят, давайте сойдемся с вами на той мысли, что в первых сериях надо просто изучить корабль, потому что мне все-таки кажется, что каждый этаж он одинаковый. Не знаю. Но даже если помещение каким-то образом генерируется... Кстати, почему-то здесь не нарисовали рисунок. Помните, когда вот этот краснорицый монстр нас убивает, огненный? Там картинка такая на весь экран. А вот. Короче, даже если и генерируется случайным образом помещение, то как минимум, есть какие-то закономерности. Да? Допустим, что на таком-то этаже постоянно обязательно должно быть вот такое помещение, где можно найти там какой-то важный ингредиент для того, чтобы смыться отсюда. Ой, как-то так, короче. Все, ребята, пойду отдыхать, потому что вторую серию сразу подряд записывать, это не знаю. Я все-таки отдохну. Но, разумеется, лайков уже ждать не буду, буду продолжать. Я вижу, что вы все-таки хотите, чтобы я еще поиграл в монстру. Я не могу гарантировать, друзья, что я пройду. Потому что, опять же, люди, которые более привыкшие к хоррорам, им не удается пройти эту игру. Что говорить обо мне, когда я на каждом шагу в панику впадаю, а тут такой огромный путь предстоит, чтобы спастись, и так много нужно всего сделать. Спасибо, что смотрели, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Конечно, эта серия без криков обошлась, но хоть как-то. И все, я просто себя убедил в той мысли, что ничего, мы просто изучаем, ничего мы не потеряем, если погибнем. Но все равно, конечно, жутко, очень напряженно. Оставайтесь на линии, нас ждет еще много интересного.